Сегодня ночью город Рыльск в Курской области атаковали беспилотники. Местные жители слышали взрывы. Атаку дронов подтвердил и губернатор Курской области Роман Старовойт. Он заявил, что беспилотник сбросил взрывное устройство на улицу Ленина. Позже губернатор сообщил о второй атаке, в результате которой пострадала админ здания. Повреждена крыша, выбиты стекла в нескольких окнах. Пострадавших нет, сообщил он. Напомним, в начале сентября беспилотный летательный аппарат атаковал город Курчатов Курской области. Тогда в районе здания Федеральной службы безопасности возник пожар.